Дорогие друзья, некоторое время назад вы ко мне обратились просто с воплем негодования, многие из вас, не один человек, по поводу якобы возрождения магазинов «Березка». При советской власти были такие магазины, где западным дефицитом торговали за валюту для спекулянтов и для тех, кто у нас, специалисты, работали за границей, за так называемые чеки внешпосылторга, ну, аналоги валюты, которые выдавали советским гражданам. Это был очаг спекуляции, очаг социальной несправедливости. Эти магазины «Березка» стали символом разложения Советского Союза. Стали символом невменяемости поздней советской партхозной номенклатуры. И стали символом социальной несправедливости. Символом спекуляции. Людям моего поколения это все памятно. И, естественно, когда пришли сообщения о том, что вот МИД там готовит возрождение системы магазинов «Березка», ну, какие бы короткие волосы ни были, они встали дыбом. Я написал запрос, и надо отдать должное. Пришло разъяснение от министра иностранных дел всей Руси, товарища Лаврова. По некоторым вопросам отвечают зам, и здесь он ответил лично. За что ему спасибо. Действительно, рассматривается вопрос в Министерстве иностранных дел, там профильным его подразделением, о выполнении постановления правительства Российской Федерации от 26 июля 2022 года, скоро два года будут рассматривать, молодцы красавцы, всегда будьте такими оперативными, о организации беспошлинной торговли, но только для дипломатических представительств, консульских учреждений и в целом иностранных дипломатов, ну и работников, которые приравнены к дипломатам, то есть работают при международных организациях на территории Российской Федерации, но только иностранцы. То есть на территории большинства посольств есть свои магазины. Именно для дипломатов. Для своих дипломатов. Но понятно, что если вы дипломат Соединенных Штатов Америки, где у вас там полк этих дипломатов сидит, или хотя бы батальон, то магазин есть и он нормально работает. Но если вы дипломат какой-нибудь маленькой африканской страны, которую на троих снимают двухкомнатную квартиру, в которой три посольства, в духовной квартире, трех стран. Сейчас, наверное, такого уже нет, но там в конце 90-х такое бывало, я помню. Естественно, в этой ситуации вы не можете завозить себе магазин для своих, и, соответственно, ну, просто он нерентабельный, будет вас там мало, и, соответственно, вы испытываете большие трудности. Потому что вы не знаете как, вы не знаете куда, вы не знаете что, вы просто плохо знаете местную жизнь. Поэтому магазины беспошлинной торговли для иностранных дипломатических работников, это нормально. Только для них. И Министерство иностранных дел ровно этот вопрос прорабатывает. То есть, понимаете, не «Березка», которая будет в том числе для граждан России, в том числе для спекулянтов, в том числе для богатых людей и так далее. И вообще непонятно, зачем это в условиях рыночных отношений. А вполне нормально, вполне целенаправленная вещь. Есть дипломатические работники, там их магазин при посольстве может быть плохой, или его просто может не быть. Вот где-то можно зайти и, ну да, воспользоваться привилегиями в рамках duty free. Ну, лень ездить в Шереметьево, да, да и цены там хуже, чем после любого таможенного налогообложения. Вот, то есть это режим duty free, по сути дела. Это для иностранцев дипломатических работников, подчеркиваю. Этим фундаментальное отличие от «Березок». То есть в данном случае, я помню, как я тоже очень сильно возмутился и напугался, и негодовал вместе с вами. Но, коллеги, в данном случае наше негодование не обосновано. Единственное, что, конечно, можно попенять, что уже два года выполняется постановление правительства скоро. Но если правительство терпит, ну и бог с ним. Это как бы не вполне наш вопрос, наша задача, а комфорт иностранных дипломатов в России, даже из самых дружественных стран, это все-таки не та задача, которую как депутат должен решать, по крайней мере, в первую очередь. Поэтому очень приятно сообщить, что МИД ответил все четко, МИД ответил с опережением всех сроков. Дорогие друзья, наши страхи в части «Березок» не обоснованы. Это рутинная техническая процедура, ну просто она выглядит как нечто, что было в позднем советском времени. Но это не страшно и это не проблема. Спасибо.